войны. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру. Заложен 24-пушечный корабль «Святой Павел». «Святой Павел» – русское торговое судно, заложенное во время первого визита Петра I в Архангельск в 1693 году на судоверфи в Соломбоне. Корабль имел на вооружении 24 пушки. Они были отлиты на заводе «Волонцы» лично Петром I. Также Петр I собственноручно выточил такелажные блоки судна. Святой Павел получил проездную грамоту на право заграничной торговли и ходил под трехцветным бело-сине-красным флагом. В 1694 году святой апостол Павел в составе отряда ходил из Архангельска до мыса Святой Нос, сопровождая караван купеческих судов.